Косочка идет, назад оглядывается. Ветер от меня боковой. Видите, она меня не видела, но я стою на открытом. Часто она меня увидела до этого. Не видела, но оглядывается, назад идет. Возможно, ее там кослик преследует. По следам. Сейчас ее пропущу. Маленько подожду. Кослик за этой козочкой. Козла-то, короче, не увидал сейчас. Пока козу снимал, он, оказывается, сзади идет. Но это хорошо. Козел с козой вроде там бегает. Она где-то слева должна за кустом стоять. По крайней мере, два штуки видела и бежала. Это вот я разглядел, что с рогами. Под ветром меня решили бежать. Не видно на солнце нифига, кто есть кто. Вроде коза. И это, наверное, козленок у нее. Если коза, то здоровая. Прямо здоровая. Сейчас два козла было, они меньше размером. Да, вроде коза. Коза. Козленочка.
Податься пытаются. Сейчас, если успею, попробую дрона поднять тогда. Может быть, получится заснять. Молодые, нас такие не интересуют. Сейчас в куст прячусь. Дрон у меня пока снимает. Экранчик разбитый на телефоне, плохо видно. Но, в общем, дрон у меня снимает пока козликов. Может, бодаться еще начнут. А мы будем перенастраиваться. Козлики-то козликами. Пошел-то я вот за таким делом. Шнурочек смочим. И будем другой затеей заниматься. А вдруг? Thank you.
Красно. Ну что, первую батарейку мы излетали. Оси так и нет. Оси так нигде и не встретили пока. Сейчас запущу, еще пусть летает. Уже солнце практически село. Уже быстро, быстро стемнеет, хватит нам. А так тишина.